Ученицы мои молодые, вы все справились. Ты чё, говорит, козёл старый? Пришёл сюда, когда уже мы всех победили. Чё нам не помог? Ну это вообще не мое дело. Я смотрел вам под юбку. А я, говорит, так и знала, что ты, говорит, старый извращенец. Говорит, так вот как про меня думают. Значит, я не зря, говорит, работал на свою репутацию. О, господи, говорит, кто нас обучает? Ёбаный в рот. Понятно все с ним, старый усатый извращенец. Ну вам-то чё, старому-то радость хоть какую-то в жизни. Благодаря вам я еще чувствую себя молодым. А, говорит, так вот поэтому у тебя, вот почему, говорит, у тебя глаз-то один, проколот. Вилку в глаз, да, выбрал, урод? Знаешь, однажды я играл вилку в глаз или в попу раз. Один раз я выиграл, второй раз проиграл. А вот с тобой, я, говорит, хочу позаниматься отдельно. Господи, опять что ли? Ты задрал меня уже. Причем буквально. Об этом даже я не задумывался. Надо попробовать что-то новенькое. Лучше попробуй новенькую ученицу. Отвали от меня уже. И серьезно, хватит так на меня смотреть. Хули вылупился, козел. Говорит, классно, девочка с ушками заговорила, как мужик. Девочка с ушками говорит, как мужик. Звучит, как я на выходных. После саке. Господи. Иисусе. Кто ты такой, блядь? Не подходи больше ко мне. Хотя нет, подходи. Просто сегодня без настроения. Хули ты опять, говорит, на меня вылупился? Говорит, какая-то отвратительная. Так вы меня, говорит, задрали. Дом весь спалили, уродки. Еще и соседи натравили на нас. Че о нас подумают другие школы боевых искусств? Да они давно все думают, что мы ебанашки-проститутки-шлюхи. Нет, ну то, что про меня так говорили, что я ебанатка-шлюха-проститутка, усатая, бордатая, это я знаю. Но это было и до вас. О, господи! Серьезно? Да. Сначала мне даже это нравилось. А потом я захотел немножко пожестче. Ух, хочу пожестче. И без смазки. Господи, о чем ты только думаешь? Тут же молодые девочки. Будь повежливее. Нахуй вежливость. И нахуй вас. А, ну понятно, ладно, извини. Ну все. Сегодня у нас будет еще более жесткие тренировки и вообще без смазки. Бля. Ну, в принципе, это ничем не отличается от других дней. Ты думаешь, я пиздобол? Я пиздобол. Ты думаешь, мне сразу сложно будет подрочить? Но я подрочу. Опять нам сегодня ночью будет какая-то хуйня. Да ничего особенного, я даже себе руку правую натренировала, чтобы было проще. Ладно, вот у вас руки, там, у кого сиськи, а он, блядь, он мои уши использует. Это еще хуже. Я бы хотел на это посмотреть. Эй, ты, ладошка Таноса. Не смейся, это больно вообще. Не, слушай, про ушки это было жестко. Ну, ты это... Рассказывай нам почаще о таком. Я о таком даже вспоминать не хочу, не то что рассказывать. Ах, ну и ладно. Иди ты там нахрен. Я тут хотел за тебя запереживать, может ментов позвать, а ты такая, да, ну и все тогда. Так, ладно, давайте перелистывать уже, все. Аригато. Аригато, хуито.